Весь хай-тек, вся инноватика, которая могла быть только в медицине, она здесь представлена. Я искренне, вот, просто по-человечески, прежде всего, не как должностное лицо, завидую и профессорско-преподавательскому составу, в хорошем смысле. Естественно, студентам, которые обучаются здесь, имеют возможность получать не просто знания, но практические навыки, что сегодня чрезвычайно является важным и необходимым для отрасли здравоохранения. Конечно, в таких условиях действительно мы можем не просто готовить подготовленных специалистов, обладающих самыми высокими профессиональными компетенциями. Мы прежде всего можем быть спокойными за наше население, за то качество услуг медицинских, которые будут эти специалисты оказывать. Я просто восхищен. Я на самом деле не видел более серьезной базы подготовки, базы обучения. Но надо, наверное, сделать еще акцент на том, не только на студентах. Думаю, что здесь могут проходить переподготовку, повышение квалификации соответствующие специалисты уже медицины из разных регионов страны. И подобные центры, конечно, наверное, трудно воссоздать их в таком объеме, в таком масштабе где-либо, но контакты с непосредственно центром, не только в части клинических там, испытаний, различных методик обучения, они сегодня просто нам необходимы. У нас есть уже в Тамбове свой университет, в котором уже давно ведется подготовка специалистов, медицинский институт. И, конечно, мы для себя просто делаем вывод о том, что нам просто необходимо с вами усилить взаимодействие, многому поучиться, многое перенять, установить такие кооперационные связи не только с точки зрения получения опыта, но и между профессорско-преподавательским составом. А если про эту тему говорить, я в самом начале сказал, что искренне завидую профессорско-преподавательскому составу, конечно, здесь международные контакты, количество международных ученых, которые сюда привлечены, грантовая поддержка научных исследований, да и, собственно, самих ученых. Конечно, все это говорит о том, что здесь все необходимые условия созданы для саморазвития, самоподготовки, самосовершенствования. Высочайший уровень научных исследований, который подтверждается и соответствующими показателями научных исследований, и индексами цитируемости, и объемом исследований, и взаимодействием не только с российскими ведущими научными фондами, но и с международными. В общем и целом, все это говорит о том, что вы не просто на правильном пути, как всегда, впереди всех.